Кто не знает круглую баню в центре Тюмени? Архитектурный памятник в стиле конструктивизма построили в 30-х годах прошлого века. Тогда это был стратегический объект. В бане мылись сначала солдаты, а после ходил сюда весь город. Внутри были парикмахерская, закусочная и автоматы с газировкой. Музыка их там играла. Вот радио, видимо, включалось. Как вспоминают старожилы, семья ходила в баню, ну, не просто, чтобы помыться. Даже ходили те, у которых баня была в огороде. А вот просто отдохнуть – это раз. Во-вторых, пообщаться, ну, со своими друзьями. Переместимся в район бывшего поселка Мелиораторов. Свое детство здесь провела Екатерина Горохова. Тогда здесь не было горячей воды, поэтому все мылись в бане. С собой брали тазы, мочалки, газеты, чтобы стелить на лавку. В эту же баню ходили мыться и местные цыгане. Стайка цыганских девушек, она полностью не обнажалась в бане. Они мылись всегда в юбках. Видимо, какие-то верхние юбки они снимали, а нижние оставляли и всегда были в юбках. Потом распускали свои длинные косы, и получается, что и верхняя часть туловища у них тоже была прикрыта этими волосами. Сейчас баня работает, но мы приехали в понедельник, ее единственный выходной. А остальные дни делятся на мужские и женские. Ты не помнишь, в детстве у вас как было? Я даже не помню, было ли разделение на женские и мужские дни. Мне кажется, ходили сразу все, и мне казалось, работали два отделения сразу одновременно. Ну, женщины, грубо говоря, направо, мужчины налево. Ну, еще, конечно, умиляют вход в баню строго в масках. Да. Моются, наверное, тоже в масках. До сих пор работает баня на лесобазе. Двери открываются в полдень. Данила Фатин помнит, что весь частный сектор района мылся здесь. Тогда в 80-х мальчишки узнали от старших ребят, что в стене женской парилки можно достать кирпич и подглядеть за барышнями. Удалось посмотреть только Алмазу, вот как раз этому старшаку, вот, потому что все остальные начали что-то бухтить, пытаться, значит, оказаться следующими в этой очереди. Пришел мужик с лопатой, который сказал: «Ах, вы малолетки, ну-ка, уходите отсюда». Вот. Было такое ощущение, что он сам периодически туда подглядывал. Вот. Ну, понятное дело, что мы в рассыпную бросились, но Алмаз сказал, что, в общем, ничего интересного. Потому что все было в пару. Подглядывать ребята больше не пытались, боялись дворника с лопатой. Вот край, и получается, там стоял такой пенек. На пенек вот этот вставали, как раз доставали этот кирпич. Баня внешне сильно изменилась. Вместо этих арок были двери, вход в мужской и женский залы. Бассейна и сауны тоже не было. Зато исчезла та самая атмосфера, когда в баню ходили не только, чтобы помыться.